Компания РСТ выпускает современные цифровые метеоприборы. Рассмотрев одну из моделей, это цифровой термометр 02401. Данная модель цифрового термометра измеряет температуру воздуха в помещении и на улице. Возможно измерение температуры жидкости при помощи выносного термосенсора. Информация о текущей погоде отображается на ЖК-дисплее и регулярно обновляется на основе полученных от сенсоров данных. Основные преимущества модели – это большой жидкокристаллический дисплей, крупные цифры, удобные сенсорные кнопки управления, точная температура воздуха на улице и в помещении, тенденция изменения температуры, автоматическое запоминание максимальной и минимальной температуры за минувшие сутки, система запоминания максимальных и минимальных значений температуры за установленный пользователем период, высокочувствительный водонепроницаемый термосенсор, индикатор состояния батарейки, СЭС системы экономии питания, сигнализатор образования льда на дорогах. Данный термометр может устанавливаться на столе. Возможно, два варианта установки подставки, но также имеется и настенный крепеж. Диапазон измеряемых температур – минус 50, плюс 70 градусов. Длина провода термосенсора составляет 3 метра. По избежании повреждения провода рекомендуется использовать окно, которое редко открывается. Прибор может быть использован для пластиковых и деревянных окон. Данный прибор не требует специальной установки. С помощью такого простого прибора вы всегда будете знать температуру на улице и дома.